все, наверное, попадались. Или кому-то повезло. Что никто не попадался на вирус. Обычно троян. Когда флешек тебе чужие принесли, они проверили вирус. Вставляешь, оп, вирус. Ну, это не называется попался, это называется сработала защита. Ну, если есть эти вирусы. Разумеется. Какие вирусы вы знаете? По типу действия. Чувствую, что все попадались. Блокировщики, которые просто выводят известное изображение на весь экран и перехватывают весь ввод. А то и не перехватывают, просто закрывается экран. Какие еще вирусы бывают? Те, кто удаляет файлы, просто стирают. Копируют и удаляют. Деструкторы, которые просто удаляют. Но это вымирающий класс, они не нужны. Ну, смысл удалять-то нет. Те, которые шифруют. Если, допустим, забрать себе какие-то данные, а потом за них деньги просить. Ну, не забрать, зашифровать. Ну, зашифровать, например. Шифровать. Еще шпион. Который читает то, что вводит с клавиатуры белку, имеет пароль, он уже знает этот пароль. Хорошо, шпионы. Есть те, которые с банки, деньги переводят и с одного счета на другой банк. Это уже немножко сложнее. Есть такие заразы, которые, например, если у вас открыты Яндекс.Деньги, вот оттуда сдернуть. А вот чтобы это был банковский перевод, это сложнее. Как правило, это осуществляется путем хищения информации при вводе карточки. Было вот этой зимой, просто эпидемия, банк-клиент сбербанковский. Ну это специфический. Вот, и уходили миллионы, после этого компьютер рушился, чтобы труднее было поймать. Это специфический вирус, одноразовый. Ну, это была такая атака на конкретную программу, даже на систему. Что они еще могут говорить? По телевизору даже слышать. Ложные антивирусы. Ложные антивирусы. Ну, это способ распространения, немножечко другое. Ложные сайты. Это тоже способ распространения. Я про функциональность. В интернетах видите постоянно. Вирусы обращают компьютер так называемого бота. Дистанционно управляемый в неизвестных целях. Вирусы организатора бот нет. Ваш компьютер начинает исполнять команды неизвестного администратора, например, валить чей-то сервер по приказу. Миллионы зараженных компьютеров наваливаются на жертву, заваливая потоком можно запросов. Называется распределенная атака типа отказа обслуживания. Суть идеи. Вирусный код тем или иным способом внедряется, ну, чем больше, тем лучше компьютер. Он абсолютно не вредоносный. Более того, даже иногда специально делают невредоносным, проверяют, чтобы пользователя не возникало никаких подозрений. Все хорошо. В какой-то момент владелец бот-сети получает команду, оплаченный заказ и раздает приказы на компьютер. Что они делают? Начинают слать запросы на какой-то сервер. Что происходит с сервером? Рушится. У него есть какой-то канал, во-первых, можно просто забить канал до полной невозможности достучаться к добропорядочному пользователю. Пускай даже 10 гигабит сети с 100 тысяч домашних компьютеров забьет наглухо, если навалится хром. Может сервер выйти из строя от перегрузки, потому что, скажем, есть время отработки серверной части, если там до 40 секунд не прошел, теперь запрос он сбрасывается. Сбрасываются будут запросы добропорядочных пользователей, потому что сервер будет занят перевариванием мусора. Вот это сейчас одна из самых выгодных технологий черного интернет-бизнеса, организации ботнетов с той или иной функциональностью. Вы это можете заметить, а можете и не заметить. Потому что если у вас канал в интернет большой и толстый, то работа вот этого самого атакующего бота для вас незаметна. Если вы выходите, скажем, через 3G модем, находитесь в зоне неуверенного приема, вы поймете, что компьютер работает не на вас. Почувствуйте. Как вирусы вот эти могут проникнуть на компьютер? Слева на сайте, да. Сначала файл слэш из чужой. То есть с какого-то носителя? Раз, да? Ну, из интернета. Или это достаточно широкий размах. Все знают, что у Windows есть такая штука autrun.inf. Да? Специальный файлик, который определяет запуск съемного носителя. Любимейшее место дислокации всяких вирусов. Если на флешке видите autrun.inf, с вероятностью 90 с лишним процентов это вирус. Это страшная дыра в безопасности Windows,
принципе, в корпорациях автозапуск сменных носителей отключается всегда и принципиально. Но для домашнего пользователя это бывает неудобно, потому что надо вручную устанавливать игрушки. Вот вы смеетесь, это бывает проблема найти файл установки, вручную сетап отыскать. Где там setup.exe? Еще и расширение. Это совсем нерешаемая задача. Но оно уже где-то скрыто, просто всегда. Вот я и говорю, что люди могут не найти. Поэтому домашний компьютер, как правило, эта штука открыта. Автозапуск со сменных носителей. Дальше. Как можно попасть в вирус? Скачать какой-нибудь дневник со странным названием и его запустить. Не обязательно со странным названием. Перифераты качали всякие. Любимейшая технология прислать самораспаковывающийся архив, в котором содержится и реферат, и подарочек. Причем подарочек непростой. На него не срабатывает антивирус очень часто. Потому что это легальные действия, выполняемые вами. Вам еще лицензионное соглашение развернут на 20 страниц, и в конце мелким шрифтом напишут, что вы сами на все согласились, и теперь должны автору 2000 рублей. Нет, ну, может, не надо шрифт там, как правило, в любом месте, может, даже в самом начале, не сильно больших шрифтов, написать строчки две вниз, уже не читают. Вы когда-нибудь читали лицензионное соглашение до конца? Даже начало читал. О том и речь. Самораспаковывающиеся архивы. Как это можно обойти? Песочница. Ну, вариант. Какой еще вариант, кроме песочницы? Открывать архиватор. Запускать оболочку архиватора, того же там 7-Zip, и открывать файл как архив. Иногда помогает, он открывается как архив, и там видно запускаемую часть экзешных и то, что вам, собственно, надо. И просто то, что, собственно, вдруг, честно. Вдруг, но маловероятно. Каким образом, как правило, нарываетесь вот на таких вещей, на таких вот товарищей? На сайт просто ходит. Проходим на сайт. Каким образом происходит заражение, когда ходит на сайт? Конечно, скачиваются файлы. Ну, это само собой. Ну. А они потом спускаются с плохими последствиями. Проблема заключается в том, что увеличение сложности и красивости страниц привело к необходимости запуска программы на стороне клиента. Еще лет 10 назад, чуть больше, программы на стороне клиента еще не выполнялись. 10 лет у того появилось. Но раз программа на стороне клиента стала выполняться, тут же нашлись желающие подослать нам программу, которая натворит дел. Заражные страницы. По-моему, стоят умные фаерволы, которые реагируют на события внешние. Что он иногда сообщает? Он страницу сам показывает, это страница потенциально опасная. Нет, это немножко другое. Я имею в виду фаерволы, вы имеете в виду антивирус, который по базе пробивает опасность страницы. Фаервол — программа, которая анализирует сетевой трафик. Иногда... И запрещает. Ходить туда, да, скорее всего, она с той стороны защищает. Выйти, зайти. Да. Иногда вылезает сообщение, ну не Windows, Windows данное сообщение, вылезает сообщение, что какой-то там IP-адрес хочет к вам постучаться по порту такому-то. Причем порты совершенно произвольные могут быть. Это значит, вас простукивает какой-то вирус. Ищет открытый порт, чтобы потом... То есть, если без своего опыта, тогда он просто зайдет, оставить данные, так, делать, что хочет, уйдет? Ну, в лучшем случае. Может, например, через удаленный вызов процедур провести полноценное заражение. То есть, по сути, незащищенный компьютер он может просто вводить какой-то... Незащищенный компьютер в интернет, я не буду говорить, с чем он не ассоциируется. Это не очень хорошая ассоциация. Ну да. Как правило, незараженным он остается очень недолго, в пределах недели. Кто, если он сидит на тонком канале, мало кому интересен. Какая была великолепная эпидемия в 2001 году, когда была еще уязвимость критическая 2000-го ядра. Mm-hmm. Вот. И просто при включении кабеля заражение проходило, mm-hmm. ну, если в своей подсети есть такие же зараженные компьютеры, заражение проходило мгновенно. Mm-hmm. Можно было бороться, спасти компьютер можно было, но сама идея, что это... Ошибка операционной системы. При подаче на определенный порт определенного запроса можно было... Это постоянно затыкают, но это... Ну, вы говорите, что тот, который с одной стороны затыкает, с другой стороны его что-то отстраивает, что-то улучшает, что-то исправляет. Одно лечим, другое калечим, на самом деле. Если говорить конкретно о Windows, то система уже практически бесконтрольна. Что там творится, это полный провал. Каким образом можно со всем этим великолепием бороться?
На каких этапах мы можем пресекать и кредитную деятельность? До момента заражения. До момента заражения. Каким образом мы это можем сделать? Не заражаться. Ну, это понятно. Антивирус, который будут 100 раз спрашивать, хотя бы запустить какое-то приложение. Ну, что спрашивать, если мы что-то скачали из интернета, да, что точно ли? Бессмысленно, конечно. Ну, человек 100 раз ответит, да, хочу. Или поставить галочку, больше не спрашивает. Ну, тоже вариант. На каком этапе он уже перехватывает заразу? Когда она начинает запускаться и распускает заразу, ну, как бы. Первую строчку. Смотрите. Поставим флешку и запускается авторан сразу же. И все. Мы можем сканировать все подключаемые внешние носители. По крайней мере, авторан в них. И авторан, и экзешники, и... Да. Сканированные носители, конечно. Источница. Запускать подозрительные файлы в изолированном пространстве, где они не имеют доступа к системе. Так называемый запуск песочницы. Правильно. Когда мы точно не знаем, что он делает, но надо. Хорошо, что еще можно сделать? В какой момент времени можно отловить угрозу? Хорошо, мы не запустили в песочнице. Запустили как обычно. Что делает зараза? Начинает что-то делать. Что? Что-то нехорошее. Хорошо, что нехорошее? Ну, допустим, выполнять то, что я предназначена. Выходить в интернет, куда-то лезть. Все, что-то себе закачивать. Можно отследить действия? Ну да. Слежим действия приложения. Допустим, если видишь, что она делает что-то совсем не то, что она должна, то... Ну, антивирус это сложно понять. Откуда же он знает, что она должна? Ну, пользователь не знает. Антивирус спрашивает. Программа должна это делать? Ну, если это что-то очень подозрительно. Пользователь, как правило, этого не знает. Ну, вот человек скачал какую-то программу, она полезла в интернет. Ну, вот зачем она полезла? Может, она обновится хочет? Ну, пусть не обновляется. Я же скачал самую свежую версию. Откуда вы это знаете? На сайте все написано. Вы не сайт скачали. На том вы тут это взяли. Нет, это на самом деле работает свежее действие. Но работает по таблице, потому что есть антивирус уже известные как бы, адреса, с которых качаются вирусы. И попытки соединения с ними уже однозначно идентифицируют заразу. Хорошо, что еще можно назвать отслеживанием действий, кроме обращения в интернет? Что делает вирус, внедрившийся на компьютер? В процессе внедрения, что он делает? Ломает защиту. Ну, ломает защиту, это немножко не так. Что он делает? Проникает. Ну, что это такое на физическом уровне? Что он делает? Он записывается на диск. Он записывается на диск. То есть мы можем что сделать? Проверять запись. Кто у нас, собственно, хочет записаться. Правильно? Ну да. Вдруг это какое-то хорошее приложение, которое там... А мы его по базе проверим, вирус. Так тогда проверять на базе все, что мы скачиваем. Разумеется, мы же его записываем на винчестер, когда он пишется в кэш. Но оно может быть в архиве, может быть как-то еще. Каждый раз по базе все. К сожалению, не получается все скачанное проверять, потому что производители вирусов на всякие ухищрения. Они присылают те же самые архивы. Программы могут собираться на компьютере из двух незараженных кусков. Караул. Поэтому нужно проверить. Новая программа, по которой эти вирусы еще не знают. А это вечная гонка брони и снаряда. Ну да. Не зря же антивирус обновляется по нескольку раз в день. В мире пишутся десятки, если не сотни тысяч вирусов в день. Энтузиастов хватает, умельцы. Что с ними делать? Поэтому обновление антивируса это святое. Антивирус не обновленный месяц уже не спасает. Все, приплыли. Хорошо. Что еще можно сделать?
Это совсем все плохо, все пропало. Установление системы. Откат. Выберите на. Ну да, и выставить компьютер в окно. Тоже решили, пойти купить надо. Да нет, просто там обесточить его. Выключить свет и убежать. Нет, не только свет, но еще и электричество. Ну, электричество полностью обесточить здание. Главное, громко кричать, это не я. Это само собой. Можно запустить полную проверку. Полную проверку, когда антивирус будет тупо перебирать все файлы. Но это все равно может не помочь. Может. Каким образом, если не помогло? Ну, это, конечно, решение. Но когда вы пытаетесь достать данные со своего старого компьютера, вы заразите новый. Ну, значит, проверяйте данные, которые старые, новые. А если можно не заметить? Ну, как вирус пришел. Не, ну вы теперь проверяете базинг, если как базинг. Ну, обновить антивирус, он уже добавит этот новый вирус. Ну, как вариант, подождать пару дней. Будет мастер. Тоже решение. Мне географию знать не надо, но если звучит, пускай везет. Вопрос. Есть два антивируса. Вирус А и вирус Б. Не будем привязываться к конкретным фирмам-производителям. Пользуются одной базой вирусов или разными? Правда. Только они могут не друг друга ругаться. У них разные базы. Они в какой-то степени, наверное, пересекаются. Какой-то может быть и нет. Не справился один антивирус, существует не нулевая вероятность, что справится другой. А если у них файл в пересечении лежит, то что? Тогда они... справятся оба. Они будут, не, я его уничтожу, нет, я его... До попытки второго вы просто не доживете, вирус будет убит первым сразу. Ставить два антивируса не надо ни в пору случае. Эта ситуация только на тот случай, если у вас один не справился. А, то есть... А если один не справился, то тогда, возможно, уже поставить второй не придется. Ну, тут есть опять же варианты. Тогда какой-то снег попался. Не все антивирусы нужно устанавливать. Есть такой инструмент. Только, например, без привязки к компании Dr. Web, есть такая штука, называется... Вот так. Что это такое? Это одноразовый антивирус, исполняемый модуль, плюс база данных вирусов по состоянию на сейчас, на тот момент, когда вы их скачиваете. Сегодня он что-то около 120 мегабайт с утра весил, заливается на флешку, загружаетесь с другой системы операционной, скажем, ну знаете, LiveCD, загружаемой системы на диск. Знаете, нет? Загружаетесь, у вас... Поднимаете на какую-то систему, вставляете флешку с одноразовой лечилкой и лечите систему. А если не пролечило? Если не пролечило, тогда можно обратиться к другому производителю. У Касперского есть, например, такая же лечилка. Практически у всех серьезных производителей антивирусов имеются вот такие вот одноразовые пакеты. А стоит сколько денег? Для домашнего применения бесплатно. Для компании нужно иметь оформленную лицензию на Докторвеб. Нужно понимать, что скачанный сегодня одноразовый антивирус завтра уже не поможет. Есть такой замечательный инструмент, вот здесь уже с привязкой говорю, для тех, кто хочет серьезно попробовать. Называется штучка. Авазар. Сайт я не помню, но Google антивирус Авазар вас выведет с вероятностью 100%. Антивирус, собственно, даже не только антивирус, это достаточно мощное системное средство. Там есть и редактор реестра, и много чего еще. Неустанавливаемый, запускается, ну вот, на сеанс. Обновляется, у него обновляемая база, и очень хорошо работает с руткитами. Это такой вид вирусов, который внедряется в ядро системы, и обычно средствами не обнаруживается. С точки зрения обычного антивируса, не умеющего с ними работать, это просто часть операционной системы. Пользуясь этой штукой, вы должны четко понимать, что вы делаете. Потому что если
вот такие вот одноразовые антивирусы за вас все знают, что вы хотите, то вот это работает в ручном режиме. И при малейшей неаккуратности, непонимании, что вы делаете, вы убьете компьютер. Так что имейте в виду, эта штука такая.